Доброе утро, дорогие подписчики. Еду на работу. 8:11. Работаю, по ходу дела, в Припяти. Людей как не было в городе, так и нету. До сих пор. Никто не работает, все на самоизоляции. Такие вот дела. Одни избранные, походу. Кому заняться нечем, вот еще идут кто-то на работу. Вот так тишина. Погода нам сегодня на руку. Дождь пролил все. Надеюсь, трава гореть не будет. Так что вот так вот. Саша тут едет перед нами, я понял, что он тут крадется, опоек наш. Со мной работает. Такие вот дела. Давайте, просыпайтесь, вам тоже всем на работу скоро. Центр города, вот здесь хоть две машины появились. У кого? Ну никого. Такие пироги. Давайте, до новых встреч.